Доброе утро! Меня зовут Юлия Артеменко. И сейчас я расскажу вам о погоде на Кубе. Декабрь – отличное время для поездки на Кубу. Теплое море, не жаркое солнце. Погода на Кубе в декабре радует своей стабильностью. Закончился сезон дождей, осадки очень редки и проходят в основном в темное время суток. Море спокойное и теплое. Температура воздуха в среднем держится на отметке 23-24 градуса, а ночью опускается до 17-19 градусов. Вода нагревается до 24-26 градусов. Отдыхающие смогут посетить производство знаменитых сигар, познакомиться с местной культурой на музейных выставках, а также в свободное время устроить пешие прогулки по окрестностям. В преддверии наступления Рождества в магазинах проходят распродажи. И сам воздух пропитан духом праздника. В целом отдых на Кубе покажется сказкой наяву и оставит самые приятные впечатления и воспоминания. С вами была Юлия Артеменко.